Дорогие друзья, сегодня день авиации. Мы находимся в авиационном музее около Рижского аэропорта. Если 21 век – это век компьютеров и роботов, то 20 век, наследие 20 века, посвященный вот этот музей, 20 век – это век ядерной энергетики, это век двигателей и, конечно же, век аэрокосмической промышленности. Музей посвящен наследию советского авиастроения. Здесь расположены самолеты, вертолеты, военная техника и гражданская техника, которая выпускалась в 20 веке на заводах Советского Союза. Это великое наследие в технологическом плане, в научном плане, и это наследие носит огромный, несет в себе огромный также человеческий потенциал, потому что на этих объектах, на самолетах, вертолетах работало множество людей, замечательных людей с образованием, которые посвящали самые лучшие свои годы и усилия тому, чтобы развивать, поддерживать, ремонтировать и эксплуатировать разнообразную авиационную технику. Сегодня с нами Виктор Петрович Талпа, директор и основатель музея авиационной техники, который находится около Рижского аэропорта. Виктор Петрович, скажите, что сегодня в день авиации вы чувствуете и что вы могли бы сказать своим бывшим коллегам и нынешним коллегам, которые работают в сфере авиации? Ну, начнем с того, что я бы хотел их поздравить с этим праздником, пожелать здоровья, самое главное. А с теми, кто летал, кто обслуживал авиационную технику, ну, чтобы они подольше пожили и, конечно, встречались с ними почаще, потому что эта история не только авиационная техника, это история судеб человеческих. И это игнорировать нельзя, потому что на данный момент это один из самых таких крупных музеев в Прибалтийском регионе. И надо все сделать, чтобы это сохранить для будущих поколений.